Решением Анадырского городского суда на 30 дней приостановлена работа гостиницы «Хостел» в окружной столице, а также двух точек общепита. Кулинарный цех одного из индивидуальных предпринимателей остановлен на месяц и на 45 дней розничный киоск другого бизнесмена. Они доставляли готовую продукцию детям, проживающим в хостеле. Напомним, что в период с 30 мая по 7 июня ротавирусной инфекцией там заразилось 26 человек, в том числе 22 ребенка. 11 из них были госпитализированы. Временный запрет на осуществление предпринимательской деятельности ответственных лиц ранее выдало окружное управление Роспотребнадзора. Оно выявило нарушение санитарного законодательства и направило материалы в суд. Он вынес постановление о привлечении к административной ответственности предпринимателей.